Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Bombastic Brothers. И начну я, пожалуй, с открытия сундуков, бесплатных, конечно же. Так, курточка на 16 уровень нам досталась, и кепка на 18. Так, тут нужно 200 гемов, я не буду это, ребята, делать, потому что у меня их нет элементарно. Так, что у нас, ребята, здесь? Так, давай посмотрим. G3, V3 у нас может получить новый уровень, но я, наверное, знаете, что сделаю? Я подниму... А, тут не хватает. Ладно, а здесь? А здесь вполне, ребята, да... Подожди-ка, давай-ка мы вот здесь до 20 уровня поднимем. Отлично. Так, и 228 жетонов, по-моему, ребята, приплыли мы с вами, да? Чтобы поднять следующий... Вот, здесь можем, ребята, на Джинджер. Или нет, подожди-ка, 265 не хватает, ладно, но тем не менее, все равно немножечко прокачали. Так, здесь у нас, слушай, это мне не нужна экипировка. Слушай, а почему здесь, ребята, вопросительный знак горит? А, давайте оденем. Так, курточку, да, мы надели на него, 16 уровня, обычная. Так, что у нас, ребят, по событиям? Спасибо за ваше участие, ваши монеты останутся с вами до следующего события. Я могу, ребята, открыть сундучок. И мне выпадает золотой ключик. Но здесь нужно, чтобы открыть хотя бы два золотых ключа. Так, забираем здесь тоже с вами ключ. Так, бои на арене. Это мы сделаем обязательно сегодня. Командная задача. Так, заверши задание в командном пункте, чтобы получить награду. Так, поиграй в режим бункера. Угу. Ну, вначале я открою, ребят, сундук еще раз. Угу. Мне достается шлем на 18 уровень. Так, что, значит, кого-то мы можем с вами приодеть, я, судя по всему, так понимаю, да, ребята? Угу, так точно, приодели мы нашего Джеффа маленько, естественно, мощи у него понабрались. Кстати, ребята, сегодня мы переходим с вами в четвертый акт, да-да, в четвертый акт, наконец-то я накопил мощей, нужное для этого. Ну что же, так, игра начата. Давайте, ребята, игра начата, и я хочу срочненько в нее поиграть, побомбиться, так сказать. Так, Bombastic Brothers... все впереди. Ну что, все впереди, вот уже позади. В любом случае, ребята, это для нас новая карта. И мы сейчас будем всех тут разбирать, я надеюсь. По крайней мере, мы немножко с вами усилились. Потом нам нужно очень, ребята, много накопить денег для того, чтобы улучшить свою базу. Это просто необходимо для дальнейшего, ребят, развития. Так, ну что, елки-палки, мы где-то, ребят, с вами фиг знает где. Доктор Зейн, добро пожаловать в мою лабораторию. Дживс скоро поприветствует нас и обо всем позаботится. Какой еще Дживс? Так. Ловушка должна быть деактивирована. Дживс, что происходит? Добро пожаловать, сэр. Простите, боюсь, в моем программном коде возникла ошибка. Еще до того, как вы уехали, я создал резервную копию вашей видеоигры на моем сервере. Ее код объединился с моим и изменил программное ядро, так что код разделился на две ветки, поэтому... Готовьтесь к Нуб, теперь ты в моей игре! Да сколько же можно? Да, генерал, я с тобой полностью согласен. Сколько можно терпеть этих олухов? В общем, здесь нам нужно перепрыгнуть через этот луч, или можно просто пробежать. Можно просто, ребят, пробежать. Эй, Низи, я давно по вам соскучился, давненько я с вами не встречался. Здесь красавцы вы мои. Пора вам немножечко сдохнуть. Давай, иди сюда, олух. Так, ну что, о, там кто у нас? Понял, ребята? Там у нас Bombastic, но не Brothers. Бразерсы это мы, а это у нас просто какой-то олух. Бомбит там что-то непонятное. Все, ребята, он отдуплился, отдыхает. Так, ага, здесь у нас очередные, ребят, ловушки. Я их пробегу быстренько, оп. Так, вот здесь мы перетерпим маленечко. Да? Хоба, так, тихо, давай вот так. И вот сюда перепрыгнем. Ё-моё! Перепрыгнул тоже мне. Прям на нее и попался. Так, слушай, хорош уже тут своими лазерами тут теребунькать. Сейчас будет, ребята, ну естественно. Как же без очередной засады ловушки против меня. Вот именно в таком эпицентре, когда вот всякая фигня тут находится. Фью, изи. Газуем, ребят, газуем. Без остановки. Так, что у нас тут? Прыгаем вниз. Да хорош ты. Так, Дживс этот нас, ребята, честно говоря, напрягает, да? Тихо-тихо-тихо, что происходит вообще? Как-то в разнохауску, да? А ну-ка, эть, попал все-таки. Хорошо, что, ребят, мы сразу не погибаем, а у нас просто теряется, ну, какое-то определенное количество здоровья, ё-моё. Ну, надо же поаккуратнее все... Подожди, я что, не могу запрыгнуть? Могу. Так, ну, еще лучше. Ладно. Меня этим не возьмешь, я все равно, ребят, пройду.
Хорош, ты что тут явился, не запылился, радость ты моя. Давай, ниндзя, вы все. Оп, а вот здесь вот, вот здесь надо вот так, ребята. Это для нашего же, как говорится, блага. Он даже до меня достать не может. Хе-хей, раскурочили мы его. И победа, слушай, ну довольно легкий был уровень на самом-то деле. Но, судя по всему, если тут выделываются дживсы, это будет очередной у нас босс. Скорее всего, будет именно так. Ну что же, лучшая видеоигра, это миссия 2. Естественно, ребята, я сразу же приступаю к ней. Беру, естественно, штурмовика Джеффа. И будем расколбашивать. Угу. Опять же, я создал идеальную видеоигру, но мне нужны игроки, поэтому я открыл двери. До босса пока дошел только один. Посмотрим, докуда дойдете вы, сэр. Несмотря ни на что, сэр, я уверен, что вы справитесь. Отлично, сначала ты отдал мне Neon Blade оружие, теперь создал безумный геймерский искусственный интеллект. Ой, все. Типа, заткни свой рот, успокойся, да? Это будет еще командовать нам. Зачем я потратил, ребят, суперудар, а? Дурила деревянная, господи. Так, роботы, хорош, успокойтесь. Так. Подожди, тут что-то слишком много, ребят, ловушек этих всяких. Понатыкали здесь. Что еще тут за молнии? Молнии-ходунки. Иди, иди, отдохни. Проспись, малька. Вот что я могу тебе посоветовать. Опять этот громозека со своими бомбами. Ладно, ребят, для меня это пара пустячков. Я ведь прокачанный. Ну, не по-суперски, конечно, но для данного уровня, я думаю, нормально. Сойдет, сгодится. Так, чеканули. Ниндзя, успокойся, пожалуйста. Так, что там опять у нас, ребята, да? Ракетник. Да-да, именно он. Погоди, что ты тут расхлябался, по-моему? На каждую дрянь напарываюсь. Подожди, а понятно. Там был потолок, поэтому я не мог, ребята, подпрыгнуть. Ну, смойся с глаз моих. Долой. Так, здесь перепрыгнем аккуратненько, да, все. Сделаем все четенько, бро. Ну что, давай вниз, наверное, прыгать. Что тут? Ага. Пригнуться просто можно, да и все. И делов-то на копейку. Так, побежали, 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 побежали. Шикарно. Так, тихо. Эй, хорош меня преследовать. Давай вот сюда, наверное, ребята, перейдем. Все, что ли? Фью. Нормуль. Нет, не все. Еще пока не все. Опять они тут, ребят, появились. Отлично, сэр. Я знал, что вы справитесь. Это был обучающий уровень. Теперь-то начнется жара. Отлично. А точка сохранения есть? В жизни не бывает точек сохранения. Драматические заламывания рук похожи на баг. С другой стороны, цифровое яблочко от программиста яблоньки недалеко падает. Да? Я надеюсь, мне это... Да что ж за уровни такие короткие-то, господи. Я только, ребята, раздухарюсь, и на тебе, мы уже прошли. Новый уровень, 18-й мы зарабатываем с вами. Еще 20 гемов в плюс. И королевская битва. Так, ребята, мы можем, знаете, что с вами взять? Даже вот этого вот G3V3, мы, кстати, им не... А, у них не подходит, да, по мощам. По мощам не подтягивает. Жаль, жаль, конечно, ребята. Ну ладно, давай тогда опять будем играть Джеффом. Следующий уровень легкий, как прогулка по парку. Или полет на ховербайке к лаборатории, где я спрятал орбогенератор. Понял. Так, хорош там, успокойтесь нафиг. Щеглы. А, ребят, мы за каким-то поездом с вами чешем. Вот что оно значит. Иди отсюда, не надо мне тут. Да, ребят, мы за поездом. Хорош, что, серьезно, что ли? Вот так вот вы собираетесь это все дело провернуть. Ладно. Стреляем, стреляем. Джефф, не расслабляйся. Мы не на прогулке с тобой. Задели маленько, ладно, фиг с ним. Дай-ка я вот это вот выпущу ракетный залп. Если бы он еще попал бы в точном направлении, куда мне нужно. Так, электрические фигни. Проходим. Так, турель, ребята. Нет уж, родной мой, не в этот раз. Как-нибудь в другой жизни. Так, да что ж такое-то. Так, а вот этого надо олуха, ребят, подбить как можно быстрее. Начнет тут сейчас буянить своими бомбочками, да? Отлично, отдыхает. Так, опять ниндзя. Да это даже, ребят, не ниндзя, это какие-то, ну, что-то типа роботов. Скорее всего. Перезарядка долгая у нас и не вовремя. Так, ну, здоровье, ну, здоровья еще пока хватает. Все нормуль. Все четко, дай-ка я вот так вот выполню, ребята, этот залп ракетный. Ты думаешь, так легко дойти до босса? Отличная работа, агент. Прыгай, прыгай. Да я прыгаю, прыгаю. Куда прыгать только? Победа, господи. Не, серьезно, что-то как-то, ну, уж больно коротко. Я вот
думал, что там можно будет что-то еще поделать, а мы все-таки догнали. Я так понимаю, этот Дживс, судя по всему, да, находится где-то на этом поезде. Ёлки-палки, я новый уровень, 19-й, получил вот так вот слету. Остается 1, 2, 3 и 4, скорее всего, 4, ребята, уровня. У нас же, опять же, королевская битва, поэтому берем Джеффа и, несмотря ни на что, будем проходить. Так, а вот мы уже и на поезде. Похоже, мы здесь не единственные игроки. Королевская битва! И пусть победит сильнейший! Искусственный интеллект! Игрок! Так, где искусственный интеллект, игрок? Это что ли? Таких игроков я сплошь рядом, ребята, я видел. Пачками крошил, и мне на них плевать. Так, тихо. Не надо только, ребят, здесь сделать заваруху такую капитальную, что я действительно бы здесь не смог пройти. Но я ведь пройду. Перезарядка, ну как всегда, вовремя все у нас. Так, гейзеры какие-то уже появились. Так, тихо. Идем на пролом. Пофиг нам на все, ребят, здесь. Че? Жизни нам хватает, поэтому можем бежать сейчас. Тихо. Турель. Ага, разнесли. Но я чувствую, что босс здесь действительно будет, ребята, вот этот вот самый искусственный интеллект, вот этот вот робот. Все неплохо в Дживсе, в Джеффе, кроме одного, ребят. Он стреляет не до конца экрана. Тихо, ты, парасоте. Да иди ты своими бомбочками отсюда. Вам может показаться, ребята, что немножко игра подлагивает, но это из-за того, что у меня в данный момент на рендеринге стоит 4 игры, поэтому вот так вот все происходит. Так, ладно. Босс? Нет? Нет, ребят, не босс, а очередная просто засада, ловушка. Ну что ты там притулился? Думаешь, я вниз спущусь к тебе? Нет, не спущусь. Ну-ну-ну, давай, орлы. Кого только не лень, да, отправляет на меня? Турелька. Она, смотри, да, прям в самый низ может бомбить. Ну, зачем я в гейзер прыгнул? Сам не понимаю этого. Так, расколбашиваем. Да-да-да-да-да, вот так вот вам всем по заслугам. Так, а ты-то что тут радостно, довольно стоишь? Готов. Так, ребята, что такое? Опять ловушка? Да, ребята, очередная ловушка у нас здесь. Отбиваемся, короче, от этих олухов и будем дальше продвигаться. Ну, я думаю, что после этого будет конец битвы, как всегда. Да ладно тебе, ты же не попадешь. Ты ж косорылый. Перепрыгиваем. Ага, аглоедушка прибыл. Да, ребята, именно аглоедушка. С двух сторон даже? Так, подожди-ка секунду. Попробуем вот так вот сделать. Эть, не достаю, к сожалению, я до туда. А зато бомбочки я эти хорошо ловлю. Думаю, я должен предупредить вас, прежде чем мы доедем до конца. У меня там не только арбогенераторы. У него там еще много забавных игрушек. Дай-ка угадаю, забавные игрушки — это супер-пупер опасное смертоносное оружие. Точно, все в одном. С тобой слишком много проблем, Зейн. Я начинаю подумывать, что оно того не стоит. Да, если бы Зейн бы действительно мог бы что-то изобретать по ходу игры, было бы прикольно. Но в данный момент все идет против нас только. Ну что же, мы с вами на 5-м этапе. Идеальная маскировка называется, уровень. Пока у нас хватает мощей, давайте, ребята, приступать. Так, мы с вами в лаборатории. Почему твоя лаборатория называется Мегакорпорация Зла? Это маскировка. Лаборатория номер один разрушена, лаборатория номер два кишила врагами. У тебя плоховато с маскировкой, не находишь? А у тебя плоховато и с охраной опасных артефактов, знаешь ли. Друг друга не любят, противоречат. Зачем опять мы используем суперудар? Господи, вот так вот и будем с вами продинамливать. Подожди, тут, ребят, кислота. Тут кислота, оказывается, а я тут раздухарился. Так, упс. Да-да-да, здоровье немножко потрепал. Ну, по крайней мере, не сразу погибаем. Да чтоб тебя. Ну, погнали. Так, шипы. Прыгаем. Да! Прям на этот. На огонечек. Тихо. Здесь надо аккуратно, ребята, потому что здесь опять кислота у нас. Ну-ну-ну-ну, успокойся, парень. Все, хорош. Отдохни, малька. Так, давай-ка вот сюда, наверное, перепрыгнем. Что там у нас? Там у нас турелечка появилась. Перезаряжаешься ты долго, Джеффик. Долго. Ну что, перепрыгиваем сюда, тут у нас туннель какой-то. Упс, ты думаешь, попадешь по мне, что ли, олух? Я не знаю, что надо просто приседать от тебя, и все у нас четенько будет. Так, ладно. Слушай, огонька слишком много огонька здесь. Но минус-минус, дальше минус на минус дает плюс. Плюс для меня, для них минус.
Так, ладно, двигаемся. Судя по всему, ребята, это предпоследняя миссия, да? Потом уже будет босс у нас, скорее всего. А это так, проходящая. Эти ниндзя-сосунки для меня в данный момент пока. Можно будет потом попробовать на арену сходить и пробиться, ребят, немножко выше по рейтингу. Но я, опять же, в этом не уверен. Получится ли там? Помните, да? Последние расколбасы были просто жесткие. Так называлась серия. Браток, по-моему, бункер не потянем. И там действительно была кромешная тьма. Ад, грубо говоря. Так, давай сюда. Сюда. Опять очередная ловушка? Или такой будет здесь босс? Нет, ребят, просто обычная ловушка. Ну, такой, знаете, локация, как будто вот... блин! Как будто босс нас тут поджидает. Ах ты, елки-палки, кислота. Ладно, здесь будем действовать аккуратненько, вот таким вот образом. Так, перепрыгнем? Нет, не перепрыгнули. И здоровье как у нас быстро с вами тратится. Уже четверть хп нету. Как будто его и не было здесь. Давай перепрыгиваем. Так, очередные приколы от наших... Эй! Господи, серьезно что ли? Вот так вот вы... Да, ну тут они подловили меня. Тут ничего не могу сказать, ребят, смотрите. Жестко все. Господи, в этой кислоте тут еще фаербол, турель. Иди отсюда. А я не могу, ребят, почему туда прыгнуть? Это вход к центральному ядру лаборатории. А вот и охранник. Познакомьтесь с моим вражочком. Ты хотел сказать дружочком? Я думаю, он сказал ровно то, что и хотел сказать. Берегись. И где же твой дружочек? Ага, то есть он хочет сказать, что сейчас, ребята, нас будет ожидать босс. Ребят, мы получили с вами 20-й новый уровень, это классно. И, судя по всему, перезагрузка. Да, мы сейчас с вами должны, наверное, победить этого... Так, ну что, ребята, я готов? Добро пожаловать на последний уровень. Ты его юбилейный 12861 враг. Юбилейный мертвый 2861 враг. Где же ты, босс? Выходи, я тебе... Быстро, как говорится, чип это настрою. Но пока тут всякая брехня летит, это нормуль, ребята, это нормально. Будем отбиваться, суперудар. Босс! Вот это что ли? Так мы с этим сосунком уже как-то встречались, я же помню его. Или нет? Или я путаю что-то? Не, ребят, тут уже... Ого! А ну-ка, ты завязывай давай так шутить-то, парень. Так, давай выпустим ракеты. Смотри, он, короче, выпускает эти бомбочки, да, и следом вот эту вот, ребята, волну. Ну, в принципе, тактика мне пока понятна. Ничего сложного здесь нету. Вообще ничего сложного нету. Мы просто вот здесь вот перепрыгиваем и вот так вот делаем. Давай ракету. Мне кажется, бомбочку надо... Нет, подожди, пока уже поздно, ребята. У него 5 полосок здоровья еще осталось пока. Ага, все четко. Дай-ка я вот так вот... О! Граната, кстати, тоже неплохо у него отнимает здоровье. Очень неплохо, вот что я вам скажу. Ну что, Дживс, по-моему, ты спекся, судя по всему. И пора, наверное, тебе сдаться, в конце концов. Не хочет сдаваться. Он не хочет ни в какую. Ну и босс, ну и вата, господи. Все. Вот, ребята, вот вам и конец. Нет! Ты читер, все равно ты опоздал. Ловушка времени активирована. Готовься к... И пошел, ребята, отсчет. Антивирусная проверка завершена. Протокол элиминации вирусов завершен. Состояние памяти 0. Сэр, боюсь, мои слова чистая правда. Я был запрограммирован заманить вас в ловушку времени. И она уже активировалась. Простите меня. Перемещение во времени 3, 2, 1. Ух, только не говорите, что мы куда-то сейчас с вами еще и... Телепортнемся, в конце концов. Так, забираем, ребят, награду всю. Там, кстати, сундук золотой, надо будет обязательно его вскрыть. Так, ну что, смотрим, ребята, у нас... Погоди-ка. А почему у нас акт второй засветился? Всем капут... да, ребята, меня в акт первый не запустят, пока я не завершу миссию 2.6, капут сложный. Ну ладно. Капут сложный. Блин, это мне придется опять все это заново проходить или нет? Я не понял, ребята. Все или нет? Все или ничего? Ладно, давай посмотрим, что нас здесь будет ожидать. Ребят, сложный режим. Не знаю, насколько сложный. Проверим сейчас. Ну, если бы я еще вот так вот не нубил бы, было бы вообще все изи. Так, бежим. Где сюда жук-богомол? Слушай, ну с этими ребятами мне как-то поприятнее драться. Уже все-таки...
Они как родные мне, ё-моё. Уровень, я думаю, что не намного, ребят, сложнее. Просто... ну, просто они чуть-чуть стали сильнее. Скорее всего, так. А так, в принципе, ребят, мы здесь были с вами, так что нормуль все. Так, турелечки. Мы можем просто вот так вот с вами... ага, нет. Я думал, мы можем бежать по прямой, и все. И никаких проблем. Нифига подобного. Пока вражин всех не уничтожим, нас никуда не пропустят дальше бежать. Да-да-да-да-да. Оп-оп, и мимо. Оп-оп, и в дамки. Так, последнего завалили. Так, нам нужно только этот уровень пройти или вообще полностью вот эту вот главу вторую? Я не понял одного. Кто там, ребят, кто-то? Робот идет. Там идет, ребята, робот у нас. Ладно, с этими я покончил. Давай вот так вот подорвем. И вот этого вот чипизрика тоже сейчас мы с вами завалим. Но, нормуль. Так, ну что, победа. Сейчас заодно, ребята, и посмотрим, все ли мне нужно проходить или только эту миссию. Так, 21 уровень мы с вами зарабатываем. Слушай, да, похоже, нам придется все это дело проходить для того, чтобы открыть акт 5. ПВПшечка, бронза. До сих пор, ребята, в бронзе. Награды забираем. Ну, давайте сделаем по-быстренькому, пробежимся, ребят. Все равно здесь от меня ничего... в плане... погоди-ка, я не хочу с таким сильным драться, а... да ж... 51 тысяча сил врага против моих 30. Что за бред? Почему таких стали сильных-то давать? Эй! Ну, давай, ребят, посмотрим. Фиг с ним. Так уж и быть. Но я чувствую, что меня здесь завалят. Если мощей у команды больше, то, соответственно, они сильнее. И экипировка, да, и, соответственно, оружие, и мощь. И атака, и защита. Ну, посмотреть надо все равно. Че, как говорится, вокруг да около топтаться. Если... вот сейчас будет сразу видно, как пойдет у меня разборка Джеффа. Если его быстро разберут, то, конечно, тут все будет ясно. Но... давай, все, отчет прошел, погнали. Ну. Так, ну пока мы, ребята, здесь выигрываем, пока. Слушай, у нас еще даже немножко здоровья осталось. Ух ты, эпическая пушка или даже... сдуемся, сдулись. Слушай, а вот у меня джинджер-то будет послабее, ребята. В разы слабее, господи, ну все равно выиграли. Блин, у него микроны. Блин, этот со своей Дороти тут. Ну, у него не Дороти, у него, ребята, ух, какая. А сейчас мой сфейлится, да? Мы сфейлимся, скорее всего. Сейчас проверим, ребят. Твою же маковку, как он меня быстро расчекрыжил. Короче, Джефф более-менее еще держался, а остальные все мои бойцы ватоватные. А почему именно этих? Может быть, я хотел взять другого? У меня, например, V3, G3 раскачанный до 20 уровня. Почему? Блин, ну это обидно. Это, ребята, очень обидно, на самом деле. Так, у нас сколько? У нас 14 тысяч монет. И я, ребята, могу... что это такое у нас? Что это такое? Плавильня. Кстати, сундуки. Давайте-ка мы откроем, посмотрим, ребята, что у нас тут выпадет. Так, рюкзачок. Нормуль. Давай открыть все, господи. Чем мы по одному сундуку с вами будем открывать? Плащ какой-то. Так, и элитный, ребята, ящик открываем. Ёп, красоты. Это на кого такая бронька, интересно, а? На кого? Ну-ка, дайте-ка мне посмотреть. Кто у нас? Дживс, что ли, может, ребята? Ух! Слушай, неплохо приоделся парень, да? Очень неплохо. Но мощи-то все равно маловато. И новый уровень. А, нужна тренировочную нам нужно, ребята. Так, тренировочная. Это вот это вот, по-моему. Нет, это командный пункт. Погоди, а где... это мостик тренировочная. Так, сколько нужно для того, чтобы, ребята, 7500... нужен мостик. Мостик нужен 4 уровня. А у нас только 3 уровня. 10к для того, чтобы... что там нужно, блин? Нужно завершить миссию всем капут. Ребят, ты посмотри, как тут все завязано вокруг да около. Ладно, я открою, наверное, как плавильню. Пускай открывается. Мне интересно знать, что там в этой плавильне у нас будет. Так, магазин. Дай мне открыть бустер бесплатный. Что нам выпадет? Вау, вау. Так, собери 15 осколков, чтобы получить героя. Если герой получен, осколки могут повысить его ранг. Слушай, это шикарно. Это круто. Это что у нас вообще, ребята, за героиня такая? Вот она, да? Сирен. И это, походу, ребята, снайпер. Последний представитель своей расы, уничтоженный инопланетными захватчиками. Ведомая местью, Сирен присоединилась к команде в одной целью. Убить как можно больше пришельцев. Хм. Я бы с удовольствием, ребята, ее хотел бы получить. Думаю, снайперша она неплохая.
наверное, будет получше, чем Джинджер. Хотя, кто его знает. Так, а тут-то у нас что? Командный пункт, задание, завершить. Забираем винтовку и можем, ребята, отправить еще куда? Сюда хватит у нас, если мощей, например. Так, и нет, не хватит. Хватает! Ух, вперед и с музыкой. А больше у меня нет героев, чтобы еще, ребята, активировать одно задание. Ну что, дорогие друзья, на этой ноте будем закругляться. Да, нам надо будет пройти, как вы поняли, миссию 2, второй эпизод, чтобы открыть пятый эпизод. Вот как-то так у них здесь. Ну, а с вами был Рей, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.